А вот и мы. Это ты там по телефону вот так, не в так губам говоришь, а? А вот и мы, а? А вот и оно, а? А вот и веселые игры, друзья, и первый взгляд, а вот, а? И первый взгляд у нас игры Sims. И вот мы добрались до этой игры. Да-да-да, и давайте нажмем играть. Это он меня заставил. Да ладно, прикольная игрушка. Я хотел его заставить. Так. Раздевай. Опа! Я знал, что она так уйдет. Опа! Стягивай штаны. Опа! Смотри, там красные такие. Жесть, а? Ну, я на самом деле пробовал это задание, так немножко в нем тестил. Так что... Оттяни еще раз. Оттяни, оттяни. Смотри, там нанотехнологии. Видел? Ладно, давайте тогда я сделаю себе телочку, а Ромка делает себе мужика, а? Так, давайте выберем молодая. И это совсем мелкая молодая. Шлоф Баджила. Чего она сказала? По-моему, это надо запикать, да? Hello, Virgila. А, по-моему, где-то немножко другое слово было, ну ладно. And a prep kid up. А, это голос, да-да-да. Virgila-то это... Logar, Thoria Roba. How do you? Йорбе! Лане! Латоро! Не-не-не, я с ужасно. Синагатарба! Афоризма! Афоризма. Now maybe! What's your name? Пускай так будет. Походку давай ей выберем, а? Детская походка. Высоко... О, шикарно. О, смотри. Не, ну это не, то. Ну-ка, стоп, ну женственная раз походка. Ну куда ты там, давай. Ей надо, чтобы у нее слева направо сиськи перекатывали. Да, женственная походка. Какая это? О. Блин. Ай, ты что там? Я ей ляжки наращиваю. Это моя тёлочка, не надо. Походку запускай. С ляжками пусть идет. Во. Как обезьян. Ага. Нет, ну давайте мы сделаем ей детскую. Нет, я. О, вот это. Высокомерно. Ага. Держи нос кверху. Так, ну ладно, сиськи мы ей сделали. Все, жми создай. Так, а где тут остальное, а? Тут было. А, вот. Вон жизненная цель. Лицо. О, давайте с прически начнем. Сначала выберем ей прическу. Волосня. Так. Блин, ты же надолго. Ну ладно, еще первый взгляд, друзья. Он, может быть, и долгий у нас. Что-нибудь такое подберем. О! Надо из нее сделать какую-нибудь... Вот такой вот, а? Как думаешь? Попугай? Нет, хотя высокомерная, блин, должна быть наоборот такая вот. Вот. Нет. Нет, это должна быть наоборот какой-нибудь. Во! Да, отлично. Черный цвет. Черный цвет. Не, в зеленый давай. Зеленый. Это все-таки веселые игры. Давай. Ой, жесть. Поярче. А ярче нельзя. И гады. Ярче нельзя. Фигово. Давай вот эту. Вот голубой. Во. Отлично. Не, ну да, перчёсками надо поэкспериментировать. Надо, чтобы была какая-то такая прям... Так. Во! Пойдет. Так, лицо. Ну, лицо мы выберем какое-то стандартное, друзья. Давайте не будем особо. Знаешь, ей даже можно не бриться. Весело. Да. Ой, я, по-моему, голову ей как-то увеличиваю. Давайте не будем сейчас особо вдаваться в детали. Интимные места нашего персонажа. Да, только мы. Ой, жизнь какая, а? Поросячий нос. Ладно, не, давайте нормально носики. Я не могу, я нормально. Так и хочется попробовать. Ну что-нибудь надо, давай. Сначала какую рожу выберем? Ей надо какую-нибудь... Не, китаянка какая-то. Ой. Окей, не все страшно. Ага.
Ведьма какой. Не, ну ладно, пускай будет вот такая высокомерная все-таки, а. Кепка. Головные уборы. О, отлично. Ковбой такой. Она так смотрит, как будто хочет что-то спиздить. Ой. Нет. Отлично. Ну не, главный убор все-таки. О! Нет, тут только. Давайте просто нормально, прическа будет лучше. Какие-нибудь ей. Будет она у нас училкой, а? Уи-уи-уи-уи. Так, ожерелье, блин. Такой, она у нас будет развратной училкой. Училкой? Ага. Что, она у нас будет в школе преподавать? Ну ладно. Ну, блин, надо что-нибудь такое прям, а? Ой, жесть, тут можно разные цвета еще выбрать, давай. И... Вот такой вот подходит под цвет ее волос. Прикинь, звездная такая училка, училка у тебя была бы. Надо розовый, как в Терминаторе третьем. Да, да, да. Есть розовый. Во. Во, отлично. Чем давайте ей все-таки такие какие-нибудь ощучки. Вот. Во. И. Не-не, ну блин, это перебор. У нее и так рожа круглая, блин, а. Пойдет. Блин, ничего не меняется. О. Косметика. Учина на ручилка будет, да? Да, конечно. Пришлось, да. Во, видишь. Женатый человек. Во. Не-не-не, надо что-нибудь такое прям. И чтобы она была училкой нашей мечты. Ага, слышал, да? Че ты задумал? Надо было вебку включить. Я такая рожа довольная еще. Ладно. Во. Ой, не-не, ну это. Во. Так, что теперь мы можем? Грим. Фух, слава богу. Щеки, оно щеки стандартные. А, тут еще брови, блин, надо. Или это не брови? А, это какие-то хери. Подводка для глаз, во, что это. Пойдет. Ой, господи. Ладно, обойдешься ты вот так вот, пускай будет. Такая одежда. Так. Ладно, все. О, господи, это говорю надолго. Будет. Так, ладно, сейчас быстро, друзья. Так. Так, какие нахрен глаза? Глаза, костюм. Все удалил. Все удалил. Ctrl-Z. А нет обратно здесь. Вон, смотри, внизу. Есть. О. Отлично. Фу. Тебя спасли. Слава богу, а. А, они сами снялись. Почему они сами снялись? Костюм, потому что. Выбери другую одежду. О, это повседневная. О, а, ты выбираешь мать, разные виды одежды. Не, ну мы не будем. Давайте мы повседневную выберем тогда уже. Так, сделаем из нее такую. Училку. Училка. Начальных классов. Mm-hmm. Вот эту, бери кожанку. Во, как надо. У нее татуха есть? Да, сиськи повыше. Вот так вот. Не. Да-да-да. Ладно, вот, все как надо, чтобы было. Блин, это игра для детей, а? Ну ладно, может, дети не думают о таком, как вы, блин. Мы взрослые дети. Вот, оставляй. И шортики давай. Вот. Ну, конечно, чуть-чуть более такого. Развратного, а? Не, нету, ну, нижняя часть одежды.
кружевная юбочка. Нет, 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 фу. Дора не катит. Нет, это где-то наша кружевная юбочка. Черная. Да, черную. Нет, 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 такую вот сероватую. Цвет ее блузочки. Ой, что я там с ногами ее делаю? Обувь. Вон, смотри, там трусы нарисованы. Справа. Обойдешься, блин. Не, ну, блин, надо что-то ей так. Это что сейчас было? Вот это вот? Или вот это вот? Вон там, левее. Где? Ну-ка, вот эти сапоги белые. Где? Ты есть, что мышку можешь сам двигать? Да я тебе мешать буду. На, вот тебе. Подари, подари. Во, вот эти мне больше нравятся. Нет. Блин, нет, нормально. Возьми тебя, говноступа. А вот пускай в кедах будет, а? В кедах. Не-не, в кедах. Только другие. Во, вот это нормально, да. Ставь. Пеляшки уменьши. Ой, не, не так. Так не, ну надо, блин. Видишь, она рада, ты ляжки уменьшил. Так, а попу? Ники Минаж. Ладно, 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 блин, друзья, не будем издеваться на ней. Будет у меня аппетитная попка. Такая совсем плохая, такая совсем большая. Она как Эйс Вентура сейчас, жопа разговаривает. Аксессуары мы выбрали. Вон, трусы, трусы, трусы. Где ты трусы увидел? Вон внизу. А, нижнее белье. Как же она без трусов-то? О, нормально, мы ее сделали все. Так, талию забыли совсем моей. Вон, смотри, слева регулятор. Мышцы. И что там еще? Объем. О. Жирность ее, да? Хера себе. Ну ёпу она, мать. А это что такое? Тетя Груша. Не, ну давайте, она будет такой подкачанной. Не, ну, совсем она на стероидах долго сидела. Так, надо смотреть по главному. По жопе. Ноги, попе. Талия, блин, надо... Где там мне так плохо? Верхняя шерсть. Пусть в трусах ходит. В трусах. Где? Во, бюстгальтеры. Во. Пойдет. Ой, не, ну это перебор. У нее же ребра видны. Ага. Жив. Это все-таки у нас с этими... Фисяндрами. Пускай жмут. Межгалактический. Держись. Так вот. Реально ребра видны, ну охренеть. Так, ляжки. Все. О. Хорошо. Жить можно. Хватит тебе двигаться, постройте нормально, ровно, блин. Во. Рутишь. Ой, кстати, ой, заметь, ой. У нее даже верблюжьи лапки нету. Ага, ладно, короче, каре, блин, а то мы тут будем полдня, блин, с этим всем. Так, верхнюю одежду давай, что там, выбрали. А что она у нас в бюстгальтере только? Так. Она что, в последний она будет в бюстгальтере ходить? Да, пусть. В школу, нормально. Выгонят, а. Господи, опять. Ладно, мы знаем, что выбирать ей. Так, верхняя часть одежды. Вот это вот мы выбирали. Кейса. Угу. Цель это жизни. Лучше будет. Не-не-не, ладно. Так, давай. Это костюм. Выберем ей сразу. Набор есть? Ой. О-о-о. Любовь в полоску. И все, что ли? Сказка. Два стиля только? Ну, давайте, она у нас будет. Ага. Ага.
Йо-йо. Во. Ладно, так. Ага, нершоу. Так, о. Ой. Ой-ой. Ну-ка. Она страшно изменилась. Ой, какой ужас, а. Да, куда макияж ее делся? Для беременных. Блин, кофточку поменяй, мне кофточка не нравится. О, отличная кофточка. Подожди, верни назад. Да что такое, что с изюминкой было, а? Во, Iron Maiden. Почти Iron Maiden. Почти. Блин, ну из-за груди еще что-то нарисовано. Ладно, бабочка. О, пускай у нее будут бабочки. Пускай. Одежда для сна. Не, ну, блин, вы что, издеваетесь, а? Какой там, а нет ничего такого, прям. Халат особенный. Импал. Для сорванцов пойдет, у нас будет такая хулиганка, а? Для вечеринок одежда. О, отлично. Да? Только татуировки нет. Вот все как надо, короче, выбрали. Да, где татуировки выбирать, друзья? У нее-то я вижу татуировку, а что, всего больше нету? А, давайте выберите жизненную цель. Какая у нее жизненная цель? Негодяйка, а негодяйшая? Любовь. Популярность. Еда? Ну нет, еда я не подаю. Знания, да. Какой, блин? Популярность. Состояние, семья, творчество, популярность. Она любит потрещать, как все бабы. Ну, может, дурной нрав? Ладно, пускай будет популярность, а. О, подари еще. Душа компании, популярный шутник. То, а стоп, а если любовь выбрать, что там у него будет? Серийный романтик. Ага. А второе? Все. А второй брак. Ну какой? Все. Блин, вот дополнительная черта. Да. Твою мать, а. Так, что это? Эмоция. Нет, ладно. Bueno. Растяпа, может? Нет. Ну что делаем? Романтик, наверное. Давай следующий, да? Выбор. Увлечение. Ой, тут господи, а. Гурман, а, это выбираешь. Меломан. Да. Увлечение, стиль жизни, общение. Злая. Ладно, давай. Так, ну. Ой, нет. В жопу вообще это все. Ученика. Оставляй. Подари, училка. Обжора, неуклюжая, скептик. Шестюля. Это про меня. Злая. Знаешь, типа, нас девиз не победим, вас будем и не дадим, да? Да. Или, может, непостоянная, не, ну это, блин. Против детей. Вон, смотри. Она против детей. Ага. Против детей. Училка против детей? Да. Это отличное совмещение. Так, и последняя осталась, а? Так, блин, какой я выбрал, какой? Я еще вот эту штуку не выбрал. Что вы меня обманываете? Чего выбрать? Я гурман, искусствовед. О, перфекционист. Чтоб все было на своем месте. Блин, да ты прикинь, как она будет за это. Не, видишь, какая у нее прическа? Она перфекционист, а? Значит, активная. Активная. Все. Козмыфа. Имя напиши. Наверху. Привет, меня зовут... Блин. Ахалай. Ой, Крала. Крала. Да ё-моё.
Не, как бы... О, я знаю, друзья, те, кто знает, а? Оценит эту тему, блин. Ирина Кит. Так, ну, а, что, подсказки какие есть? Чего мы можем втереть? Татуировки, может, что-нибудь, а? Открыть галерею. Блин, да, сейчас создавай. Подожди, татушку. Потом сделаешь. И я татушку накоплю. Тело, во-во-во, тело, татуировки, во, нашел. Нашел. Так, блин, давайте сделаем мне какую-то такую, прям на ноге какую-то. Нету? А на ногах нету? Ну, что за... Дискриминация татуировок на ногах. Вон там, где дельфин. Дельфин. Где-то на дельфине. Вот выше, выше, выше. Ну, блин, это смешно. Не, не понял, что-нибудь тогда уже, чтобы ее... Нет, перевор. Она же училка. Училка. Ой, мы что, добавляем их сюда? Да. А, тогда что? Опа. Тогда лупим. Опа. Так, повернись. Не, ну такое не надо, нет, я хочу так. Ровно. О. Во, прикольно, с ее ошейником вообще чума. Не. Ну и все, наверное. Хватит. Блин, руки мне еще не нравится, да? Коняные татуировки. Вот, пускай будет сердечко. Как у него. Все. Так, и как нам сделать? А, играть, подари, а еще у одного персонажа как сделать? Вон слева, внизу. Во. Ладно, Ирина Кит готова. Не, давай, нормально. Ну давай. А я учу. Только мы не муж и жена учти. Просто соседи. Брат и сестра, вы что, Ракит? Ого, Ладжини, это Фред. Ого, что я Янс? Во, мне нравится. И ходить ты у нас будешь. Отлично. Ай, Даня. Отлично, мне нравится. Во-во-во, да последнюю, ну-ка. Ау, да, отлично. Как Майкл Джексон. Так, что это? Отношения задавать. Брат и сестра. О, соседи. Да нет, брат и сестра. Сестра, вот. Ладно, ты будешь сестрой. Сейчас мы тебе сделаем. Ты у нас будешь негодяй. Больше переход. Враг народа. Зачем? Он какой сделал враг народа? Он криминальный авторитет. У меня уже будет криминальный авторитет. А, кого? У меня уже будет потом. В следующей серии. Не пошли контору. Ладно, это будет творчество. Не будет творчество, будет природа. А нельзя лесника, дровосек? Рыбака. Я думаю, уже ты. Ладно. Что тебе выбрать? Бармен. О! Давай будешь тёлок клеить. А всего, куда ты? Решил понадобавлять себе. У меня чуть-чуть лагает, подожди. Ты не тыкай, бармен. Выйди мне подожди секунду, а? Хорошо. Веселый. Он же бармен, ему нужно. С каким-то голосом. Ему это необходимо. Музыканта надо было делать с таким голосом, а? Адриана Чунитана, блин. Ваня Ломана. О, господи. Еще одну давай. Ух, это же саму понравилось. Давай еще одну. Сейчас, подожди. Так. Свой доступ. Мне уже название нравится. Да. Дебил как он. А давай тут, наверное, я тебе поделаю, ты будешь говорить, пойдет, не пойдет, а? Пятая, вторая? Пятая, вторая. Вот это? Да. Нет. Нет, это четвертая, вторая. Это четвертая, вторая. Вон, последняя. Самая последняя. Да, это отличный бармен. Во, прекрасно. О, усы, борода. Угу, ниже давай. Все, прекрасно. Так, пойдет. Так, стоп, зеленый цвет тоже покрасил. Да, это не были. Это, блин, какой-то... Все, прекрасно. Дальше. А?
Прекрасно, да. Семейка, блин, брат, сестра. Да, давай, давай это. Татуировку еще. Сейчас, значит, татуировку, он же бармен. Очки не будешь ему? Так. Думаешь, очки? Да, вот эти, да. Какие эти, ты мне скажи? Выше, белые, белые выше. Вот эти, да. Там цвета правый, да, другой есть? Два очкарика. О, оставляй, серебряные. Так, косметика. Ладно, понял. Ну, ему не нужна косметика. Бармен справится без нее. Так, вещи. А, не, посидел, найдет это. Давай сначала мы его выберем. А где одежда? Не. Не идет вообще. Ладно, пускай будет накачан этот. Зачем бармену тебе работать? Это нелогично. Подрабатывать вечным стриптизером. Смотри, тут есть накачай его одной рукой. Вот. Он постоянно одной рукой трясет коктейли, поэтому у него одна рука должна быть накачана. Бармен. Во, оставляй. Прекрасно. Какой? Ковбой? Слышишь? Да, ковбой оставляю. А этот не хочешь? Не. Гоша не идет. Его. А есть еще другие ковбои? Ну, ты шляпу хочешь другую себе? Ну, другие виды ковбоя или только один? Не, только один. Один, ну, давай другую шляпу. Хотя у него хайер, да, у него хайер, да. Я про это говорю, не надо ему шляпу. Так, а где-то шляпа? Давай татуировку. Ой, бля, я очки удалил случайно, подожди. Ой, тут можно видеть, ну ладно, мы не будем так наращиваться. Куда очки делись? Какие нахер носки? Тело. Носки снимай, снял. Я с него очки снял, блин. Снимай носки, да. Так, вот. Он будет клеить телок. Да, реально, блин. Подойдет, обмажет его клеем и приклеит куда-нибудь. Ладно, давай, я такой, где тут голова? Шляпу убираем. Да-да-да, все, прекрасно. Так, оставляем боссом. Да, он не любит ботинки, вообще обувь. Тогда вот так вот можно. Тогда не нужны носки, удали носки. Блин, что это за мода, ходить в сланцах без носков? Ой, в носках. Вот, отлично, все. Ладно, найдет перчатки, нет, о, браслеты. Носки стирать не надо. Окей, часы модные, а? Или во, бармен Джон. Угу, оставляй все. Да, вот так вот, прекрасно. Татуировки давай. Ему надо татуировки. Как истинному бармену. О, тут можно еще во как выбирать, оказывается, а? Выбирай. Ну ладно, еще выбирай. Ну-ка, нажми. На это нажми. Не, слишком. Уменьшай, уменьшай. Левый бегунок уменьшай. Не, вот это оставь. Оставляй. Ладно. Так, татуировка. Давай, татуировку на левую руку. Блин, да? Ладно. У него не вырастет до такого состояния. На левую руку? Да, вот это. О, на правую что, вот это? Отлично. Прекрасно. Все? Что там еще есть? На спину есть. Что? Ниже, вот. ниже. А, нет, это все, что ли? Все, да. Кажись, это все. Да? На ноги нельзя, татушку нельзя. Ну, все, значит, оставляй. Ладно. Так, давай. А, что, а остальную одежду выбрать, подожди. Так. Разверни ее. Ну-ка. Дальше. Все, дальше, блин, а? О, вот эту оставляй. На официанта похож. Во, смотри, во, прикольно, а? Оставляй. О, круто. Жестоко. Нет, это круто. Я не хочу быть китайцем. Во, нормально ему подойдет, а? Для бармена самое оно. Смени эту майку, смени. Вообще майку. Во, майку сейчас сменим. На кого? Оставляй. Вон на эту майку. Давай, посмотри. Вон череп, смотри. Череп внизу. О. Пойдет. Нет, ух ты, сколько этих черепов, а? А, вон еще сколько. Это, блин, Юни больше подошел, всякие там чат анимешные. О, оставляй белую, да. Белую? Угу. Так. Да, отлично. Одежда для следующий. Или ты хочешь штаны поменять там еще спортивные? Да нормально штаны? Ты бегать не часто будешь. Нормально. Да? Оставляй эту, пусть в этом спит. Все, вышел. Все, прекрасно. И теперь это около клубные встречи. Но он же у нас отрывался. Дальше. Во, посмотри, эту, назад, назад. Вот это? Ага, пойдет. Цвет другой. Цвет другой. Во, вот это неплохо. Все. Ну-ка, какие еще есть. Давай имя. Давай. Ладно, вот это вот. Имя. Так. У тебя зовут Ира Кит. Ирина Кит, да. Ирина Кит. Давай его назовем... Ира Кит. Степан Дельфин. О. Да не, ну как, если он тоже Кит должен быть. Не, ну он хочет быть дельфином. Тогда на фамилию у меня поменяется. Ну, значит, пиши. Пусть будет Степан. Степа просто. Степа Кит. Ну все, блин, что?
Не будем больше делать. Все, стартуй. Там можно ребенка. Не надо. Стартуй. У них еще ребенок будет. Поехали. О, подари. Подобрали где-то. Сохрани, да. О, смотри, тут можно по-разному, чтобы они еще позировали. О. Сейчас понаделаем снимком. Да, повторяются. Поехали. Ну, поехали. Выпечка круговых друзья, меню. Хрен знает, сколько мы уже, честно скажу, вот это все, блин, записываем. А? Ну да ладно. А? Выбирай дом готовый. Да готовый? Хочешь? Да. Ну, блин. А больше нету других? Плевать. Заезжай в готовый дом. Какой? Вот этот вот? 13-22 тысячи. Да, давай сюда. 13 тысяч. 15, ну что же есть? Давай в 15. Ой, вот еще есть. Не хватает? Нет денег. Сколько? 15-22. Да, в 15 поехали. Тут не 15, а вот этот. По-любому там есть телевизор. С мебелью? Да, с мебелью. Окей. Холодильник тоже должен быть. Все прекрасно. We'll be right back.